Дорогие зрители моего канала, это продолжение Michael Kors в аутлете Barberino di Mugello. Эту съемку, повторяю, сделаю не сегодня. Поэтому, дорогие зрители, подписывайтесь на мой телеграм-канал, инстаграм. Все, что я отснимаю, я все публикую в телеграм, инстаграм. Если вы зритель именно в целях приобретения, то вам это будет очень удобно. Потому что проходит время, много чего продается, уже нет наличий, поэтому обязательно подписываемся. Вот, например, сейчас я публикую, и те люди, которые не подписаны на Telegram, они могут сказать: как же так, вы опубликовали вчера, а уже нет? Да, конечно, это может не быть даже через 5 минут. Поэтому, когда я делаю съемку, людей очень много со всех стран у нас в аутлетах, и поэтому еще и проходит много времени. И также хочу сказать, что ссылочку на донаты я оставляю в описании под видео. Если у вас есть желание и возможность подбодрить мой канал, так скажем, да, помочь ему в развитии, то пожалуйста. Если же нет, в любом случае я вам благодарна и за то, что вы зашли на мой канал. А сейчас я желаю вам приятного просмотра. We'll be right back.
Ну что ж, дорогие мои телезрители, вот такой влог получился. Если что, связывайтесь со мной на WhatsApp. Номер телефона WhatsApp найдете в описании под видео, либо в закрепленном комментарии. На телеграм-канале можете писать комментарии, но по поводу заказов обращаемся только на WhatsApp. С вами была Регина, до скорой встречи, пока-пока.